В Югре выберут лучшее культурное учреждение. Окружной дом народного творчества уже начал прием заявок на участие. По условиям конкурса каждый муниципалитет выберет только одно учреждение для участия в региональном состязании. Заявки будут принимать до 1 марта. А победители выберут в ходе 16-й ассамблеи деятелей культуры и искусства Югры в апреле. История конкурса началась в прошлом году. Тогда лучшими были признаны районный организационно-методический центр Сургутского района, культурный центр Нягани и дворец искусств Нижневартовска.